Всем привет, дорогие друзья, и не замечаете чего-то странного? Я даю вам 5 секунд на раздумие. И да, верно, это мой новый основной скин. Мы переходим к сути сегодняшнего ролика. Сейчас мы посмотрели мой позавчерашний шортс, и под этим видео были комментарии типа «Сделай гайд», «Покажи, как ты это делаешь», «Помоги» и все такое. Я решил, что все-таки для подписчиков надо рассказать и показать, как же все-таки правильно дрифтить в 360 градусов. Ну а мы начинаем. Когда ты есть много разных дрифтовых машин, из ивентов, из сезонов, просто в магазине, лимитированные. Сейчас я вам покажу на одной из машин, на которых это хорошо делается, а вы потом можете просто попробовать на какой-то из тех, которые есть у вас, если у вас нету той, на которой я сейчас буду показывать. И да, как вы уже могли догадаться, это Lamborghini Huracan Pro. Она была в дрифтовом ивенте примерно 2-3 месяца назад, и можно ее было получить за 1 миллион дрифтовых очков. Если у вас ее нету, как я сказал ранее, вы можете на любой из тех машин дрифтовых, которые у вас есть, попробовать повторить то же самое, что я вам сейчас покажу. Ваша задача — встать на длинную дорогу, ровную, без всяких поворотов, поставить шипованные шины, при возможности поставить рейсовый движок. Примерная скорость, до которой надо разогнаться, это примерно 180-170 км в час. Но именно км в час, если у вас, например, мили стоят, вот MPH, просто перестраивайте на км в час и все. Ну а дальше просто смотрите, как я делаю. Мы разгоняемся до нужной скорости, дальше просто смотрите, что я буду вам говорить. Мы разогнались, нажимаем на тормоз и поворачиваем в нужную нам сторону, в любую, хоть направо, хоть налево. Все, у нас получилось 360 градусов дрифт, и вы так можете попробовать на любой из машин, но сразу предупреждаю, это будет работать не на каждой. Ну а на этом все, надеюсь, у вас все получится, ну а мы с вами будем прощаться. Если вам тоже нравится кардио шип-трекинг, то подписывайтесь на мой канал, у меня еще много роликов по этому режиму, и всем пока-пока!